Почистить снег возле собственного дома приятно и даже полезно. Но, к сожалению, не каждому домовладельцу это под силу. На помощь приходят другие люди. На помощь к старейшей жительнице Булатникова Ольге Григорьевне Романовой приехала большая команда. Сотрудники Госадмехнадзора, собственно говоря, они и инициировали акцию. Молодогвардейцы из «Единой России», всегда готовые к участию в добрых делах, и представители территориального отдела. Зная категорию социально незащищенных людей, людей заслуженных, ветеранов труда. Вот сегодня мы приехали к бабушке, которая награждена медалью за оборону Москвы, Ольга Григорьевна Романова. Мы, конечно, стараемся всегда помогать. Не первый год Госадмехнадзор проводит акцию «Тропинка к дому». Десяткам пенсионеров помогают они очистить снег перед калиткой и во дворе. К слову, не только в зимнее время проявляют заботу о старшем поколении. Мы приезжаем и летом, помогаем покосить траву, поколоть дрова, если надо. Взаимовыручка ветеранам всегда приветствуется. Вот, и хотелось бы, чтобы молодое поколение всегда помогало своим близким, особенно пожилым людям. Молодая крепкая команда добровольцев быстро очистила от снега тропинки во дворе у Ольги Григорьевны. Сама она, кстати, тоже иногда выходит с лопатой, считая, что секрет долголетия в постоянном движении. Да я больше на улице, чем дома. Правда? Да, конечно. А что делаете на улице? Как вы гуляете? Где? Снег чищу. Тоже чистите снег, да? Тоже все откидываю. А они ведь вам лопату не дали. А когда плохая погода, то вон у беседки у меня там есть, я у беседки сижу. Закончили работу у Ольги Романовой и заметили, что к соседке, а забора между участками нет, тропинка засыпана снегом. Решили и ей помочь. Не сразу поняла Людмила Георгиевна, что делают в ее дворе незнакомцы. Вышла к незваным гостям с метлой. Но когда поняла, что пришли помочь, обрадовалась. Приезжают дети. Ага. Вот завтра должны приехать. Вот завтра приедут, у вас уже все почищено. Да не поверят. Я скажу, это я все сделала. Я ощущаю максимальное удовлетворение, вот, максимальное желание помочь этим людям, как, ну, хотя бы этим я могу помочь. Нынешняя молодежь с радостью помогает пожилым и другим людям, нуждающимся в поддержке. И причиной тому не только пандемия. Время творить добрые дела не имеет сроков ограничения. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.